Тебе прям минуту видео сделать или короткими? Ты выберешь потом. Пронатор, то есть и разгибательная часть кисти. Так вот, два подводящих упражнения. Первое — это самое простое, что происходит. Втыкаем мяч. Суть вот этого момента — здесь нужно руку воткнуть в шарик. То есть предплечьем работает вот эта разгибательная часть. Не знаю, как вниз вот, то есть вниз. Потом можно его чуть-чуть поучиться вот так вот швырять вот, с ракетки, да, так, например. То есть вот, например. И вот момент соприкосновения с мячом, часто мы его проводим туда далеко. Здесь вот, когда вы прошли, да, проходите сквозь мяч, да, вы его, видите, проходите. Вот, получается движение. Надо остановить, то есть, и руку нужно отдернуть в противоположную сторону. Получается вот такая история. Получается именно такая история. Если медленно сделать. Так вот, два подводящих упражнения. Первое — это самое простое, что этого момента здесь нужно руку
часть, я не знаю, как вниз вот, вниз. Потом можно его чуть-чуть поучиться вот так вот швырять вот, с ракетки, да, так например. И вот момент соприкосновения с мячом, часто мы его проводим туда далеко. Здесь вот когда вы прошли, да, проходите сквозь мяч, да, вы его, видите, проходите. То есть получается движение надо остановить. То есть, и руку нужно отдернуть в противоположную сторону. Получается вот такая история. Получается мячик. Тут еще дополнительно, чтобы вы поняли, делается движение вниз. То есть втыкнули, швырнули, отдернули. Втыкнули, втыкнули, мячик, то есть не вот так вот сделали. Втыкнули здесь. Швырнули здесь. И отдернули, например. Отдернули. То есть. И мячик будет очень хорошо крутиться. Мячик вот